Я Настя, и я эксперт по массажу. Поговорим о мифах вокруг пользы лимфодренажа. Лимфодренаж – одна из самых востребованных зожных процедур. И не зря. После курса вы заметите далеко не один положительный эффект. Но так ли хорош лимфодренаж и где в такой полезной процедуре спрятаны мифы? Давайте разбираться. Миф номер один. От этого массажа может подскочить давление. Лимфодренаж приводит скорее к снижению артериального давления. Мускулатура расслабляется, сосуды расширяются, а нервное напряжение уходит. Но скачки давления все же возможны. Например, когда после сеанса вы решили резко встать. Тогда отток крови от головы даст давлению повод повыситься. Поэтому после массажа даем себе время восстановиться. А при подъеме следим за состоянием. С такими легкими правилами лимфодренаж принесет только пользу. Массаж – это комфортная и результативная процедура. Лимфодренаж воздействует на лимфатические узлы и ускоряет движение жидкости в организме. Миф номер два. Для закрепления эффекта массаж делаем каждый день. Ни в коем случае. Лимфодренаж проводим раз в 5-7 дней и не чаще. Лимфодренажный массаж – это генеральная уборка нашего организма. При хорошем массаже все продукты метаболизма попадают в кровеносную систему. Они фильтруются почками и воздействуют на нервную систему. Так через 6-8 часов после массажа происходит интоксикация. Так что при более частых повторах организм не сможет справиться с объемом лимфатического мусора. После процедуры ему нужно восстановиться. В следующие несколько дней организм будет освобождаться от продуктов жизнедеятельности, клеток и тканей. Такой вот детокс, а через неделю сеанс уже можно повторить. Лимфодренажный массаж – это очень расслабляющий процесс. Он отлично подойдет для завершения дня, а заодно избавит от груза проблем и сделает жизнь легче в прямом и переносном смысле.